Мистей, хочешь свежие овощи? Свежее на кефалинии не сыскать. На самом деле, мне нужны не овощи. Как и всем, поэтому наши овощи гниют. Мы хотим накопить денег и уехать с кефалинии. Пора двигаться дальше. Понимаю вас. Стой, как думаешь, он поможет нам? Справится. Об этом лучше спросить меня. Ты боишься акул, Мистей? Я никого не боюсь. Как скажешь. Одна голодная акула мешает нам уплыть с кефалинии. Акула? Она сторожит ожерелье. Если его продать, мы сможем уплыть с кефалинии. Это ожерелье закопал один старый вор на берегу, у храма. Глупец не подумал. Приливы. Теперь ожерелье принадлежит акуле. Продавать овощи хорошо, но продавать ожерелье лучше. Желание покинуть кефалинию мне близко. А кому нет? Что у нас есть? Овощей сколько хочешь, а надежды нет. Оно в сундуке. Найдешь ожерелье, мы возьмем часть денег, чтобы уплыть. Остальное твое. Ладно, убью акулу. Изруби ее. Она на глубине, у развалин крани, на юге. Что ж, акулий храм идет. После этого я не притронусь к овощам. Давай. На! Ну, давай. Эйла! На! На! На!
Давай. Увидим, кто лучше. Ожерелье внизу. Ugh!
Элла! Вперед! Давай! Давай! Элла! Thank you.
На! Давай, вперед! Давай. Элла. Это оно, ожерелье. Оно нравилось акуле. Пришлось попотеть. Мы можем уехать. И никаких овощей. Новая жизнь. Подальше отсюда. Как знакомо. Удачи. Και αδελφοί, αλλά...